волшебные мелодии звучат в Петровском парке. Ноты, известные каждому футбольному болельщику. Поехали. Родина. Ну вот цвета команды, которые... Морозов справа, рядом Гордюшенко. Морозов, Риголава, Морозов пасует. Зидана исполняет и... Гордюшенко! Зинедин Гордюшенко! В чужой штрафной! Зизу! Передача Морозова, голевая, да. И вот он говорит, опа-на, получайте. Как раскачал опять, да, Насырова. Ну вот, реинкарнация Зинедина Зидана. Улиточку на диван в чужой штрафной. Ну, парень, который в Лиге Чемпионов играл в свое время 19 матчей. Баченко, ну вот подавать Кирилл может ли бить? И пропускает. Родина, ошибка. Я вот взял паузу, Айдаров. Как неудачно. Банченко. Вот смотрите, сейчас вот видел, что да. И пробил с правой хлестка, но ловить, отбивать не так. Все, что угодно делать, но не то, что сделал голкипер. Ошибка, фейл. И опережает. В центре борьба. Кайнов поднимает вот желтая карточка. Желтая карточка появляется. В руке Мальцев желтую получал. И сейчас вторая желтая. Это вторая желтая для Мальцева. А сейчас второй. Вот тут борьба опять в центре поля. Ну какой смысл? Ну что ты делаешь? Показывает, чего хочет партнеров. Подача, вынос и свисток. Свисток Антона Анопы. Все. 1-1. Родина, Арсенал. Шестой тур.